Мы пока говорили об одной операции, операции сложения, тоже можно с другими операциями производить. Например, А плюс Б, множество разности, А умножить на Б. Ну, я даже не буду сказать, что это такое понятно, что это множество по парам всевозможных произведений, это А маленькое умножить на Б маленькое, А из А, Б из Б. Можно частное определить. Ну, чтобы не было деления на однонорм, давайте будем рассматривать частные случаи, когда мы делим на множество, не содержащие нуля. Итак, про сумму поговорим, давайте про произведение поговорим. А это множество, ну, можно сказать, 10 лишних чисел, А небольшая. Какую оценку можно писать на произведение А умножить на А? Какое наибольшее значение может достигать мощность множества А умножить на А? Я на это все пополам. Так, ну здесь вы знаете, это то же самое, что для суммы, рассуждение такое, собственно. Берете всевозможные пары элементов, образованных множеством А, пары совпадающих, не совпадающих элементов. И мы видим, что количество этих пар это будет в точности явно написано пополам. Каждая пара образует произведение. Если они все различны, то будет как раз вот это число. Будет равно мощности множества множества. Если какие-то произведения совпадают, опять же, эта оценка достигается, ну, например, если вы берете в качестве множества простых чисел, то вы увидите, что оценка различается, просто если берете одну пару простых чисел, другую пару простых чисел, то произведения будут разные, все единственное размножение числа в виде произведения простых множителей. Да? Итак, теперь про сумму. Ну, про сумму здесь тоже есть аналог вот эти оценочки, но ну, вот утверждение, что получается, что если А и Z, и все элементы А положительные, тогда утверждается, что для произведения имеет место аналогичная оценка. То есть можно взять плюс А, опять же, будет меньше, чем 2 плюса. А как доказывать? Итак, доказательство точно такое же. Вот это вот. Вы вписываете вот эту пассивность, только вместо суммы берете произведение. Здесь мы пользуемся существенным тем, что элементы положительные. Если мы хотим написать неравенство А1 умножить на 1 меньше, чем А1 умножить на 2, то мы пользуемся тем, что А1 больше 0, правильно? Умножаем неравенство А1 меньше А2 на положительное. Если мы не будем требовать, чтобы элементы А были положительны, тогда это неравенство будет, вообще говоря, не выполняться. Например, ну, если в качестве возьмете множество двух элементов 0 и 0 единиц или минус 1, 0, 1, то тогда легко проверить, что А умножить на просто совпадает с А. Ну, в первом случае во множестве А два элемента, А умножить на тоже состоит из двух элементов. Уже не равенство больше равняется 2 минус 1 неверно. Ну и во втором случае тоже. Аналогичная ситуация имеет место. А какова правильная оценка на мощность А умножить на, если не предполагать, что все элементы множества положительны? Ну, это я давайте здесь запишу. Эту оценку я оставлю в виде упражнения. Упражнение. Пистет больше равняется 2. А 5 множество действительных чисел. Знаки могут быть любые. Мощность не меньше. Тогда имеет место такая оценка. Мощность она больше равняется, чем 2n минус 2, если n четный. 2n минус 3, если n нечетный. Ну и оценка достигается. Я забыл сказать, смотри, если элементы положительные, то оценка снизу 2n минус 1. Причем оценка тоже достигается. Но, ну, например, значит, 2 можно взять. Если в качестве А взять множество степеней двойки, да? Я не буду проверять это легко проверить. Как устроено множество А умножить на в этом случае, сколько элементов в нем.